Так, ну хватит, хватит, хватит курить! Терещенко, давай, рассказывай. С кем хату грабил, куда вещи девал. Давай! Не понимаю, о чем вы. Ничего не брал, ни с кем. Запираемся, да? Не признаемся. Да? А ну признавайся, дурана! Ладно, ладно. Пашку встретил в пивнушке. Он говорит, есть хата богатая, а соседи все лет на даче. Так. Я говорю, ну хорошо, ладно. Пошли. Ой, надо. Вот. Ну и все, разошлись по домам. Больше ничего не стало. Вот, зараза! Ладно, хорошо, пошли с ним, взяли монтировку. Так. Ой. Ну! Взяли монтировку. Я говорю, у Пашка надо ночи дождаться. А он говорит... Он говорит, что, соседи на даче? Я говорю, ну тогда пошли домой спать. Все. Зараза! Подошли мы, в общем, к хате. Я говорю, вскрывай. Он говорит, сам вскрывай. Я говорю, сам вскрывай. Ну, в общем, взял я монтировку и выбросил ее. Ну, нафига мне эти проблемы? Так ты хату грабил или не грабил? Ну! Грабил! Не грабил! Ну! Грабил! Не грабил! Ну! Грабил! Не грабил! Грабил! Не грабил! Грабил!